Всех приветствую, вы попали на канал Седой Инвестор. Сегодня у нас воскресенье, а именно в эти дни выходит рубрика «Пополнение виртуального кошелька на 100 баксов». Но так как сейчас идет довольно неплохая просадка по всему криптовалютному рынку, будем брать еще фиат из наших резервов. В общем, заваривай чаек, присаживайся поудобнее, приступаем. Так, давайте вам напомню, в данный портфель было вложено в общей сумме 3500 долларов. Пополняем данный портфель уже на протяжении 9 месяцев. На момент записи ролика минус по нашему пинелу составляет около 3-4 долларов. Как это происходит? Очень просто, усреднение, ребят, работает. Если не верите, открывайте плейлист обучения и смотрите прямо с первого ролика. Все 35 видосов находятся именно там. А сегодня у нас 36-я покупка. Ну, в общем, давайте приступать. Что у нас здесь есть из свободного фиата? Тезер растет, я думаю, вы сами знаете, в связи с чем. Не хочу сегодня поднимать негатив, его и так слишком много. Давайте лучше сегодня вместе потратим наше ценное время на данную рубрику. USDC немного отвязался, 97 центов, BUSD 1 доллар, DAI 98 центов. На самом деле такие просадки были и очень часто у данных активов, особенно у DAI, от которого я в принципе хотел в скором времени избавиться. Лично я не хочу рисковать своим фиатом, поэтому будем избавляться сегодня от DAI и USDC. Но не просто выводить, а диверсифицировать. Вводим оставшиеся 133 DAI, а также 234 USDC. Итого у нас в свободном доступе сегодня имеется от ежедневного пополнения 100 долларов, 234 доллара от USDC и 133 доллара от DAI. Всего получается 467 долларов. Довольно неплохо. Давайте диверсифицировать наши стейблкоины, вальткоины и биткоин. Сегодняшняя цена биткоина составляет 20 606 долларов. По классике, как всегда, мы сначала покупаем самую мощную криптовалюту на сегодняшний день. Это биткоин, эфириум и BNB. Это лично мои фавориты, у вас могут быть свои, но я считаю, это база. Сегодня в биткоин вкладываем аж 100 долларов. Добавляем транзакцию. Далее в эфириум и BNB вкладываем по 50 баксов. Это у нас альткоины, и вклад соответственно должен быть меньше. Добавляем транзакцию в эфириум 50 баксов и ту же сумму добавляем в BNB. Итак, базу мы с вами прикупили, в свободном доступе у нас остается 267 долларов. Сейчас необходимо пройтись по альткоинам, которые откатились больше всего, да, наверное, будем покупать все подряд. И начнем с токена Byswap. Сегодняшняя цена за один токен составляет 17 центов. Довольно неплохо, при том, то, что еще и стейкинг. Добавляем транзакцию ровно на 30 баксов. Далее усредняем OneInch на ту же сумму 30 долларов. Добавляем транзакцию. Следующий актив к усреднению Ethereum Classic, те же 30 баксов. Добавляем транзакцию. Следующий Coin 98 откатился аж на 27%. Очень сильная просадка. Также усредняем. Добавляем транзакцию на те же 30 долларов. Далее Тета вернулась к своим первоначальным значениям с первой покупки, поэтому пока что она подождет. Токен Бэйк откатился на 13%, давайте его усреднять. Добавляем транзакцию на те же 30 долларов. Средняя цена по токену TFUEL приравнивается к первоначальной цене покупки, поэтому проходим мимо. Профит по Дэшу составил 10%, всего похоронили давно, но вот он держится. И средняя цена его составляет 42 доллара, а первоначальная цена, когда мы покупали его, составляет 46 баксов. Удивительно, как так происходит. SafePal коррекция составляет 15%. По-любому усредняем на те же 30 долларов. Добавляем транзакцию. PancakeSwap плюс 6%. Zilliqa плюс 4,5%. Force просадка 19%. Усредняем. Добавляем транзакцию также на 30 баксов. Поздравляю, сегодня была совершена 36-я покупка. Было вложено ровно 467 долларов. Поэтому, ребят, я вам постоянно и говорю, всегда оставляйте свободный фиат на случай жестких проливов. И как вы сами прекрасно наблюдаете, минус по нашему P&L минимальный. При том, то, что рынок просел очень сильно. Во время медвежьего рынка вам необходимо так формировать портфель, чтобы во время этого всего периода у вас не было сильной просадки. Я имею в виду выше 20%. А на протяжении всей этой рубрики ниже 20% этот портфель точно не падал. По классике должен в конце ролика дать какой-то совет. Самый лучший из них — это правильно диверсифицируйте ваши средства. Закупайтесь с усреднением, не ведитесь на новые активы, на всякие скам-проекты и никому не верьте, думайте только своей головой. Даже если моя информация вас заинтересовала, обязательно ее проверьте, все ролики на моем канале имеются. Но если ты новичок и не понимаешь вообще, о чем идет речь, для тебя сейчас лучшее время начать свои первые инвестиции. Я могу тебе помочь с помощью своего закрытого чата в Telegram. В нем ты найдешь платные рекомендации по среднесрочным и долгосрочным активам, а также обучающий материал в виде лично моих лекций. Ну и плюс ко всему имеется
имеется открытый чат, где ты можешь лично мне задать любые интересующие тебя вопросы. То есть есть тот самый индивидуальный подход. Данный ролик подошел к концу. Ребята, никогда не поддавайтесь панике. Идите всегда против толпы. А у меня на сегодня все, дорогие друзья. Всем до завтра.